Друзья и не друзья, всем привет. Будет немножко шумно, без микрофона, но обратите внимание, море находится в 350 метрах вот от данного участка. Значит, смотрите, у меня тут два участка по 7,5 соток. То есть общая площадь вот этого участка, вот он достаточно широкий. Он где-то метров 25 в ширину и 40 метров вниз идет. И внизу еще 5,5 соток абсолютно ровной земли, которая необходима. Она просто позволяет удобно приезжать к данному участку снизу, а не вот по верхней дороге. Но это по желанию. По верхней тоже можно приезжать. Значит, смотрите, эти участки идеально подходят под строительство двух или трех классных домов. Вот я здесь год не был, проехал только что. Строят просто сумасшедшие дома. С выносами, с террасами строят настоящие хай-тек дома. Правильные. А не вот эти квадратные домики, которые местные застройщики называют хай-теками. Это не хай-теки, это просто квадратные дома. А тут именно строят классные, видовые, дорогие дома. В бюджете там 200-250 миллионов рублей. Соответственно, друзья, если вы в состоянии вывести такой проект, добро пожаловать. Тут хорошая геология, прямой вид на море, вот он перед вами. Если зайти с этой стороны, там просто солнце светит, открывается просто панорамный сумасшедший вид на море. Вот он есть. Вот там вот, если нужно, есть разворотная площадка, то есть можно спокойно разворачиваться. И участок, видите какой, вот он широкий. Таких участков практически на Мамайке уже не осталось. И вон там прямой спуск к лучшему пляжу на Мамайке, 73-й километр. Очень чистый, классный пляж. Тут все застроено уже дорогими, хорошими домами. Из важного, тут есть электричество 15 киловатт и, друзья, центральная вода, которая идет с Дагомыса, вот оттуда. Соответственно, до центра ехать 20 минут, не торопясь, по нормальной бетонной дороге. Да, она узкая, ну как бы в Сочи везде такие дороги, но вы получаете то, что не получите практически нигде в Сочи. Вот такой вид и реально близко моря. То есть спускаетесь, и у вас море. Купаетесь, отдыхаете, загораете. Хотите, сдаете по 400 тысяч в месяц. Сейчас есть такие объекты, которые легко сдаются за такую сумму. Так что, друзья, звоните, пишите, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Только самая лучшая земля, только у меня на канале. Пока-пока.